Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста. Благодарю. У нас нет более важной задачи, чем ликвидация басмачества. Советская власть в наших местах уже 14 лет, но басмачи все еще издеваются над народом. И нас закономерно спрашивают, не хватит ли? Что означает слово «басмач», знаете? Бандит. Басмач означает давить, притеснять. В открытом бою мы их бьем, и бьем жестоко. Но кроме английских винтовок, у них есть не менее опасное оружие. Демагогия. Рядовые басмачи сплошь неграмотные и никаких доводов не признают, если они не оправятся на Коран. Вожаки пользуются этим. Каждый шаг пытаются оправдать ссылками на пророка. Учтем. Коран написан по-арабски, а вы языка не знаете. В этом трудности. Есть переводы на русский язык. У вас какие планы, Галина Петровна? Хотелось бы работать. Ахмад. Это очень хорошо. У нас каждый врач на вес золота. На руках носить будем. Пожалуйста. Спасибо. Знаем мы вас, мужчин. Но ловлю на слове. Если медицине понадобится помощь, пожалуйста, то приду к вам. Хоп.